Дал, популярное блюдо индийской кухни на основе бобовых, существует множество вариантов его приготовления, я делюсь своим вариантом, как приготовить дал из красной чечевицы. Главное преимущество блюда в том, что красную чечевицу не нужно замачивать, а значит на приготовление потребуется меньше времени, благодаря кокосовому молоку блюдо получается умеренно пряным и острым, дал может быть разной консистенции. В рецепте указано количество ингредиентов для густого дала, который вкусно есть вместе с рисом. Если вы хотите консистенцию как у супа, то увеличьте количество жидкости в 2 раза. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте сковороду на среднем огне, растопите кусочек кокосового масла, обжарьте специи до раскрытия аромата. Нарежьте помидоры и морковь на ломтики среднего размера. Обжарьте их на сковороде вместе со специями 3-4 минуты. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Промойте чечевицу, добавьте ее на сковороду, перемешайте, пару минут продолжайте обжаривать. Добавьте воду, кокосовое молоко и соль, снизьте огонь до средне-низкого и оставьте чечевицу вариться под крышкой. Готова чечевица будет примерно через 15 минут, в конце выжмите из лимона 1-2 столовых ложки сока и перемешайте все. Дал из красной чечевицы готов, приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Теперь о составе нашего блюда. Красная чечевица, 100 грамм, вода, 150 миллилитров, кокосовое молоко, 150 миллилитров, помидор, 100 грамм, морковь, 1/2 штуки, лимон, 1/2 штуки, имбирь, 1/4 чайных ложки, куркума, 1/2 чайных ложки, перец чили, 1/2 чайных ложки, сухой чеснок, 1/2 чайных ложки, лавровый лист, 2 штуки, кокосовое масло, 1 чайная ложка, соль, по вкусу, количество порций, 1-2. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Пока-пока.